Приветствую, дорогие мои подписчики и зрители канала, с вами Екатерина, и мой сад. Хвойные украшают мой сад зимой, летом, весной, осенью, и, конечно, о них надо позаботиться. У меня есть несколько разновидностей хвойных, можете заглянуть на плейлист, на видео, и видите, что растения требует ухода. Чтобы был пышный, красивый куст, необходимо делать обрезку. Необходимо убирать то, что вам кажется некрасивым. То есть вы создаете ту форму, которую желаете. Обрезку желательно делать в апреле, начале мая. А затем, конечно, необходимо удобрять. Но не думайте, что если хвойные зеленого цвета, им надо много азота. Нет, только весной и немного. А дальше уже используем удобрения ферровит, циркон. Я приобретала специальные удобрения, на упаковке которых написано «для хвойных». И удобряю я их 3 раза за сезон. В апреле, в июне и перед зимовкой. Понравилось? Пишите комментарии. Я обожаю мои хвойные и, конечно, за ними ухаживаю. Напишите, как ухаживаете вы за вашими хвойными растениями.